и представить вам замечательный коллектив, который был создан в 1993 году заслуженным деятелем искусств России профессором Мариной Кузиной. В составе ансамбля молодые музыканты, ученики, студенты и выпускники Марины Александровны, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, лучшие представители Новосибирской скрипичной школы. Репертуар ансамбля широк и разнообразен. Это классика, обработки русских народных песен, современная музыка и джазовые композиции. Стиль этого ансамбля – это неизменно высокий профессионализм и эмоциональная открытость. Выступления коллектива, концерты коллектива, как правило, всегда настоящий праздник музыки. Ансамбль много концертирует по разным городам России и за рубежом. Сегодня у нас в гостях ансамбль скрипачей «Блестящие смычки». Thank you.
только опера сближает нас с людьми, роднит нашу музыку с настоящей публикой», писал в свое время Петр Ильич Чайковский. И программу концерта продолжает одно из его гениальных творений. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» в переложении для виолончели. Солист, лауреат международных конкурсов Павел Дашкин. Thank you.
океан меняет цвет, когда в нагроможденные тучи вдруг полыхнет мигнувший свет, так сердце под грозой певучей меняет строй, боясь вздохнуть, и кровь бросается в ланиты, и слезы счастья душат грудь перед явлением Карманситы. Восклицал Александр Блок, восхищаясь прекрасной Кармен. Фрагменты Кармен-сюиты Бизе Щедрина продолжают программу концерта. Хабанера, интермеццо, болеро, марш Тореадора и адажио. Thank you.
Thank you.
Среди многих гениальных творений итальянского оперного искусства – Норма Беллини. Каватина Нормы, главной героини оперы, могущественной жрицы, страдающей от неразделенной любви, продолжает программу концерта. Каста Дива. Переложение для скрипки.
он вечно тот же, вечно новый, он звуки льет, они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в неге, в пламени любви, как закипевшего АИ, струя и брызги золотые. Эти восторженные строки Александра Сергеевича Пушкина так точно показывают нам всю прелесть и красоту музыки Россини, которая сейчас будет звучать для вас. Россини, неаполитанская тарантелла. Thank you.
завершает первое отделение концерта увертюра из оперы Россини «Сорока-воровка».